помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоустова. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Евангелие от Матфея, 18 глава. Он повелевает их обличать, но обличать только наедине, чтобы обличение в присутствии многих свидетелей не показалось слишком тяжким, и обличаемый вместо того, чтобы исправиться, не сделался бы еще наглее. Поэтому говорит, обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Что же это значит, если послушает? Если осудит самого себя, если сознается в своем грехе, то приобрел ты брата твоего. Не сказал, ты достаточно отомстил ему, но приобрел ты брата твоего, показывая, что от вражды происходит вред тому и другому. Не сказал, он получил пользу только для себя, но и ты со своей стороны приобрел его, а этим показал, что и тот, и другой, прежде того, много теряли. Один терял брата, а другой – собственное спасение. Тому же учил он и тогда, когда сидел на горе, то оскорбившего он посылал к оскорбленному и говорил, «Если ты, предстоя алтарю, там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, пойди прежде примирися с братом твоим». Евангелие от Матфея, 5 глава. То оскорбленному повелевал простить ближнего. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должником нашим. Так он учил говорить в молитве. Здесь же употребляет и другой способ. Не оскорбившего посылает он к оскорбленному, а последнего к первому. Так как оскорбивший от стыда неохотно бы пошел просить прощения, то он посылает к нему оскорбленного и посылает его с тем именно намерением, чтобы исправить происшедшее между ними расстройство. И не говорит «обвини» или «укори», или «потребуй от него суда и наказания», но только «обличи». Слово «обличи» не другое, что значит здесь, как «напомни ему о грехе и укажи ему о том, что ты от него претерпел. И если это будет сделано, как должно, то ты сделаешь два дела. И себя будешь оправдывать, и другого склонять к примирению. Аминь. Аминь.